читает стихи Шевцова Арина, 8 лет, село Алап, стихи Эдуарда Успенского, «Птичий рынок». Птичий рынок, птичий рынок, золотым июньским днем между клеток и косин ходим с папой вдвоем. Видим, рыбки продаются, плавники горят огнем, мы на рыбок посмотрели и решили, что берем. Раздавал котят бесплатно, симпатичный продавец, на котят не посмотрели, посмотрели и забрали наконец. Тут нам белку предложили, сколько стоит? 5 рублей, мы на белку посмотрели, посмотрели, надо взять ее скорей. А потом и совсем перед уходом мы увидели коня. На него мы посмотрели, 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 посмотрели и купили для меня. А потом пошли домой, всех зверей собрав с собой. Вот подходим к нашей двери, вот решили постучать. Мама в щелку посмотрела.